Рогавина Анастасия, 13 лет, Чувашия, город Шумерля. Люська, ну когда мы уже будем взрослыми? Ведь уже наш выпускной. Я такую прическу хотела себе сделать. Никто бы нас даже за школьницу не принял. Так опять мама. Рано тебе, вот будешь взрослым. А ты все с косичками. Ну ты даешь. Мы же ведь уже почти взрослые. Скоро можно будет ресницы клеить. Ну здравствуй, Люсенька. Сколько лет, сколько зим. Что? Учительница? Я так и знала. Это ведь опять вызывает директор, отчитывает зауч. А я вот уже действительно взрослая. И знаешь, когда я это железно поняла? Когда первый раз сказала своей собственной дочери: это тебе нельзя, это только для взрослых. Я теперь самостоятельная. Даже мама сказала: делай, как знаешь. Полная свобода. Хочу платье мини, хочу макси. Ну, привет, Люсенька. Рассказывай. Что? Учительница? Я так и знала. Ты никогда не станешь взрослым. Это ведь опять вызывает директор, отчитывает зауч. А я вот уже действительно взрослая. И знаешь, когда я это железно поняла? Когда в первый раз сказала своей собственной дочери: это тебе нельзя, это только для взрослых.